Прежде чем рассуждать об исследовании, нужно понять, что за зверь такой агломерация. Если упростить, это группа близко расположенных городов с общими точками соприкосновения, к примеру, Ульяновск-Димитровград. Определять, что общего у двух городов-соседей, будут ближайшие 4 месяца. За это время нужно понять, для кого работать, какие места улучшать. Оценить именно силу экономических связей, насколько они будут хорошо работать и насколько они сейчас работают, будет делать компания Habitatum. Они занимаются так называемыми большими данными, то есть они могут оценивать экономическую активность за счет анализа, во-первых, материалов, связанных с деятельностью сотовых операторов, а также терминалов коммерческих структур, которые также считают там средний уровень чека, где люди тратят деньги. Где тратят и звонят больше, там и центр притяжения, а значит, его нужно улучшать в первую очередь. В том числе ремонтировать дороги, благоустраивать парки и скверы, менять трубы и дальше по списку. Если людям будет комфортно в Ульяновской области, они перестанут искать альтернативу. Как итог, миграционный отток снизится. На данный момент похвастаться нечем. За последние 20 лет минус 200 тысяч жителей. То есть экономически активное население, в первую очередь молодежь, прошедшая, скажем так, первичную социализацию в городском пространстве, покидает наш регион, в том числе уезжает в регионы ПФО, соседние субъекты, которые на сегодняшний день характеризуются более, скажем так, благоприятным социально-экономическим положением, имеют там более высокий уровень ВРП на душу населения. Это пока лишь рассуждение. Делать точные прогнозы можно будет после того, как первый аналитический этап завершится. Результат от исследования агломерации люди увидят через 2 года. Так обещают специалисты. Работа предстоит масштабная, соответственно, нужна кругленькая сумма на ее реализацию. Партнеры успокаивают, финансирование поступит из федеральной казны. Помогут национальные проекты, к примеру, жилье и городская среда. Александра Никитина, Герман Баранов, Ул.Правда ТВ.